Я воспитал тебя, Тесей, и научил всему, что знал, мой мальчик. Теперь дело за тобой. Тебя ожидают великие подвиги. Помни, сила в твоих руках должна служить только добру. Клянусь! А теперь ступай в Афины. Там правит царь Эгей. Это твой отец. По сандалиям и мечу он узнает тебя. Корабль с острова Крита прибыл за данью, государь. О, позорная, позорная, страшная дань! Еще беда, о государь. На полях страны твоей появился страшный вепрь. Он пожирает людей. Но это еще не все. Рассказывают о разбойнике. Его зовут Прокруст. Он... Молчи, молчи! Это боги посылают мне испытания. Устал, путник. Не хочешь ли поесть и отдохнуть? Я охотно уступлю тебе свое ложе, ложе Прокруста. Путь мой далек, и предложение твое кстати. Благодарю тебя. Ну вот, друг мой, хорошо. А теперь ложись, тебе надо отдохнуть. Так я и знал. Ты не укладываешься в пределы нормы. Нормы? Вся путаница в мире происходит от того, что нет единой равной меры для всех. Мое ложе – вот истинная мера всему. Придется тебя подровнять. Как ты это сделаешь? Очень просто. Отрублю тебе ноги. А если бы они были короче твоей кровати? Я бы вытянул их. Ты что делаешь? Друг мой, ты оказался длиннее на целую голову. Получай свою меру. Что тут происходит? Не спрашивай, чужеземец. Это дань, которую наш царь Эгей платит царю Крита Меносу. Каждые 9 лет 7 лучших юношей и 7 прекраснейших девушек отправляются на остров Крит на съедение Минотавру. О, мой сын, мой единственный.
Проклятие тебе, Игей! Ты наших детей губишь! Так пусть живой покарают тебя! Пустите меня к царю! Кто ты, чужестранец? Что это? Мой меч и сандалии? Ты пришел, мой сын! Я ждал тебя, Тесей, мой наследник. Объяви об этом народу. Подожди, отец. Прежде я должен спасти этих несчастных. Что ты хочешь сделать? Убить Минотавра. Один на один? Ты не знаешь, что это за чудовище. Минотавр – зло, которое нельзя победить. Не бойся, отец. Сила в моих руках послужит добру. Увидишь, мы вернемся под белым парусом. Если же нам суждено погибнуть, парус останется черным. Оставьте матери сына, я его заменю. Отчаиваться. Верить в победу значит наполовину победить. Так учил меня мудрый кентавр Хирон. Богов, Ариадну, дочь моя. Хвала Дионису, они прибыли. Неужели не найдется человека, который бы мог сразить Минотавра? Зачем, неразумная? Минотавр — наша опора. Враги нас боятся, это очень хорошо. Хотел бы я посмотреть на того, кто дерзнул бы тебя послушать, ему никогда оттуда не выбраться. Хвала Дионису. Никто еще не находил выхода из лабиринта. Никто. Никто еще не находил выхода из лабиринта. Никто.
убей Минотавра. Эта нить поможет тебе найти дорогу обратно. О, боги, пошлите ему удачу. Держитесь все вместе. Путеводная нить Ариадны. Проснись, отцай, страшное несчастье. Минотавр повержен. Твоя дочь бежала с победителем. Догнать! Вернуть! Днища кораблей прорублены. Их чинят сейчас. О, боги! Помогите мне! Верните дочь. Я отплачу вам великой жертвой. Клянусь, Дионис. Твоя мольба услышана, царь. Я Дионис, которого ты восхвалял так часто. Я помогу тебе. Клянусь,
Зевсом. Эй, друзья, смените парус! Мы вернемся в Афины под белым парусом, как победители! Корабля не видно? Нет, ничего не видно, о государь. Показался корабль. Какой у него парус? Белый или черный? Какой у него парус? Черный парус. Его растерзал Минотавр. Сбылось проклятие матери. Держся, Персей. Эгей, твой отец, не будет забыт. Это море люди назовут Эгейским. Тебя ожидают новые, еще более славные подвиги.